23 декабря, 5 после полудня, Анна Лу вышла из дома и направилась в церковь. Однако она не дошла. Я приехал сюда найти пропавшую девушку. Хватит откладывать, иначе впустую потратите время. Упустите возможность отыскать Анну Лу. Загадочное исчезновение девушки. Подозреваемый совсем не дурак, хитрый и проницательный, назревавший предумышленный заговор. Не исключено, воплотится сегодняшним вечером. По мотивам бестселлера «Девушка в тумане». Откуда у вас следы крови на верхней одежде? По-вашему, в горном лесу прятаться безопасней? Или уверен, он скотина иноземного рода? Но в глубине души вы начинаете предполагать, что зло постоянно под боком. Жан Рено, Тони Сервилла, Алессио Бони. Это гораздо опаснее, чем вы думаете.